Новая синагога открылась в Обнинске. 2 года назад местная община обратилась к властям города с просьбой открыть общинный центр. И, наконец, в канун Суккота желание обнинских евреев исполнилось. Как это было, репортаж Натальи Кравченко. 2,5 года назад у нас появилась возможность купить непосредственно небольшой кусочек земли, но зато практически в центре города. И было принято решение построить небольшое здание синагоги. Община у нас не очень большая, но динамично развивающаяся. И пока это здание нам хватает, но надеемся, что, может быть, в будущем нам придется его, конечно, увеличивать. Пока евреи Обнинска добивались строительства синагоги, успели вырасти их дети. Борьба за общинный дом началась более 10 лет назад. Инициативная группа много раз обращалась в городскую администрацию с просьбой выделить землю под строительство. Но градоначальники не реагировали на письма. А когда, наконец, ответили, оказалось, что подходящего земельного участка в Обнинске нет. С 2004 года офис местной еврейской общины находился в здании ДОСААФ. В общинном доме есть женский балкон, мужской зал и мансарда, где планируют собирать евреев на праздники. Обустроили несколько гостевых комнат. Общинный центр только открылся, но его успели наполнить подарками. Мы постоянно работаем с другими общинами, с Калужской общиной, с Московской общиной. Поэтому нам периодически дарят книги, молитвенники, сидуры. Надо сказать, что и прихожане вкладывают свою лепту в украшения синагоги. Например, вон тот прекрасный шафар. Один из прихожан специально нам привез из Израиля. Сказал, что ему очень важно, чтобы трубили на Рош ха-Шана именно в такой шафар. И мы трубили, несмотря на все сложности такого, так сказать, размера, мы трубили именно в этот рог в Рош ха-Шана. Глава местной общины попал в Обнинск по распределению от Московского института нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина. 25 лет работал по специальности, а затем основал благотворительный фонд «Обнинский региональный еврейский общинный дом». В том же году открылся культурный центр. Он и объединяет евреев нескольких городов Калужской области – Балабаново, Белоусово и Малого Ярославца. Для них синагога стала подарком к новому 5781. Году. Когда мы желаем, что это, дай Бог, чтобы год станет сладким и хорошим, это не только финансовым или физическим, а в том числе в духовном плане. Это значит, чтобы каждый из нас поднялся чуть-чуть выше, он узнал больше, он двигался вперед, и тогда наш мир точно станет готовым к приходу Машиаха. В ближайших планах руководства общинного центра заказать свиток Торы от имени всех евреев города, которые так долго ждали появления общего дома.